Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет еда фикс прайс. Да-да, вы не ослышались, я купила еду из фикс прайс, наконец-таки. Как вы помните, давно я снимала видео с едой фикс прайс, и у меня постоянно была то Лена, или мама однажды даже была, ну и постоянно Кристина со мной, в общем, мы пробовали. Сегодня я буду одна, потому что Лена только недавно уехала, Кристина уехала тоже отдыхать, и, в общем-то, я одна. Сынуля мой спит, и поэтому мы быстренько-быстренько сейчас с вами снимем еду. Очень много новых вкусняшек появилось. Я сейчас как раз поела, сделала чаечек себе, вот такой вот, зеленый. Да, кстати, хочу сразу познакомить вас с еще одним ростовским блогером, который снимает обзоры на фикс прайс. Ее зовут Елена. Мы даже ходим с ней в одни и те же магазины Фикс Прайс. На ее канале вы также сможете найти обзоры и на другие магазины, такие как Икея и Ашан. В общем, с ней вы будете в курсе всех новинок. И не выходя из дома, сможете пройтись по магазинам. Внизу под видео я оставлю ссылку на ее канал. Есть продукты, которые я постоянно на самом деле брала, и одни из них это... Тесс Флирт. Мне очень нравится этот зеленый чай. Он с таким легким каким-то привкусом, каких-то вот таких вот приятных чаинок. В общем, Флирт у меня просто этот есть, и он там уже пару пакетиков осталось. Я взяла еще один Флирт, его как раз заварила, буду запивать наши вкусняшки. В основном у меня, конечно, все сладкое, но то, что пробовать мы не будем, то, что я беру постоянно, это помидорчики и огурчики, я тоже их давно не брала, и вообще, мне их вкус очень нравится, они прям конкретно маринованные, я думаю, что... Я не помню, чтобы я такого вкусненького ела. Хотя кто-то мне писал, что попробовали, не понравилось кому-то. Но, знаете, на вкус и цвет товарищей нет. Мне очень нравится. Например, паштет, который я брала, понравился всем. Вообще, по-моему, не было недовольных. А вот это вот сказали не всем, да? Поэтому надо пробовать. Для меня они супер-мега вкусные. Реально маринованные, хрустящие. Кайф. И помидорчики, и огурчики. Я люблю микс. Я такая, вечно люблю разнообразие. Поэтому у меня микс. Есть сладюхи, но давайте мы с вами начнем с соленого. И вот что новое из соленого. Вот такие какие-то чипсы. Они из лаваша. Лавашные чипсы. Сыр и лавашные чипсы, сметана и зелень. Давайте сметану и зелень попробуем. Я никогда не пробовала лавашные чипсы, а вы? Мне стало интересно. Лаваш. Засушены. Видимо, с пряностями. На удивление, на самом деле, на удивление вам скажу, это вкусно. Сметана, сыр с кислиночкой. Лаваш. Обычный лаваш. Такое можно сделать самим. Покупаем обычный лаваш, режем его на вот такие вот квадратики, посыпаем пряностями, которыми нам нужны, и все. Очень вкусно. Не сильно яркий вкус, как вот сейчас чипсы я пробую, почему-то мне не нравится. Купила Принглс последний раз, у них такие яркие ароматы, чипсы прям яркие, как будто там куча этих специй. И мне не хочется. Я привыкла к чипсам, которые с фикс прайса были, вот эти длинненькие. Они такие классные были. В нем в меру соли, в меру всяких специй. Давайте... Ой, фу, сразу аромат сыра. Вот почему-то с сыром все всегда такое вонючее. Почему? Они еще вкуснее. Ребята. Это то, на что я подсела теперь точно. Вместо чипсов. Мне кажется, это еще даже полезнее, чем чипсы, честно говоря. Класс. Супер, мне это нравится, новинка. Так, все, из соленого я сказала. И теперь у нас пойдут сладости. Значит так, что мы будем пробовать? Я хочу вот такую штуку попробовать. Этого не было. Я очень люблю... Густо хрусто, ваниль. Но здесь, как я смотрю, несколько видов. Давайте откроем. Значит, смотрите, здесь три вида густо хрусто. Ваниль, тирамису и чизкейк. Вот такие вот они.
Я как понимаю, что здесь идет добавление чего-то. Давайте вот чизкейк попробуем. А внутри должна быть вафля. И я обожаю такие вот с вафлей. Просто я могу их много есть. И когда увидела, что это есть в фикс-прайсе, я думаю, надо взять. Угу. Угу. Давайте наливайте чай, присоединяйтесь с чаем, поставьте на паузу. Ой, кайф. Кайф. Я просто боюсь сейчас перебить себе весь аппетит. Очень вкусно чизкейк. Я думаю, все остальное тоже вкусное, потому что у меня много сладюшек всяких, надо их все попробовать. Потом, когда я выключу видео, я хом-хом-хом-хом. Я же такая сладкая жутко стала, вы же знаете. Дальше я взяла вот такую вот штуку. Я их люблю. По-моему, я брала их уже. Вообще, я люблю в рассыпуху брать такой большой пакет, они рассыпные, и вот так берешь, и так все у тебя течет и капает. Ну, не капает, а сыпется, и смотришь фильм и грызешь их. Как лучше попкорна намного. По-моему, я их пробовала. Да, я брала уже в каком-то фикс-прайсе еда. И говорила, что рассыпные мне больше нравятся. Да. Ну, кто любит воздушный рис, то классно. Это воздушный рис, да. То классно. Все, я поняла, я вспомнила. Мне больше нравятся рассыпные, потому что они более хрустящие. А здесь они как бы слипшиеся, видимо, с сахаром. Ну, хотя вот такие тоже могут быть хрустящие. Я не знаю, почему эти не хрустящие. Они такие немного не хрустящие. В общем, вы поняли меня, что они не хрустящие, а я люблю хрустящие. Хрустим. Так, дальше. Что я еще взяла? Что это такое? О, это интересные штучки. Откроем. Мне понравился цвет. Первое. Первое, что мне понравился цвет. Это какие-то мармеладки. Желто-красные. Ну, это, наверное, мармелад. Это типа мишек. Оно очень вкусно, но там в мишках были е-е-е, я помню. Ну, не все е одинаково вредные. Мишки были тоже очень вкусные. И это тоже очень вкусно. Правда. В общем, их тут очень много. Они такие классные. Но наверняка вредные. Слушайте, девчонки, цены я только не знаю, не спрашивайте. Я думаю, все по 55 рублей. Ну-ка, давайте состав быстренько пробежимся. Сахарный песок, патокам, пектин, регуляторы кислотности, кислота, лимонная цитра, натрий, красители, танки, раминку, банан, газированный масло. Слушайте, ну здесь состав не такой ужасный, как был в мишках. В мишках там было написано Е-Е-Е-Е-Е, очень много Е, и плюс еще куча непонятных слов. А здесь есть, здесь не написано вообще Е, есть несколько непонятных слов. Из них половина не очень страшных. Так что я думаю, что... Поняли, да, как блондинка выбирает себе еду? Вот, вот так. Не очень страшные, не очень страшные названия, там все как бы нормально. Давайте попробуем мятные пряники. Честно говоря, я пряники не очень люблю. Но есть вкусные пряники? Вот если есть прям пряники... Вкусно-вкусно. Может, эти вкусно-вкусные, я подумала. Не, ну что-то есть. Мятный, 100%. Ну, неплохое. Можно... есть. Ну, кто любит пряники и мяту, вам понравится. Угу. Потом даем. Все потом даем. Еще я взяла вот такой напиток. Фиксик лимонадик. Яблоко, виноград. Сейчас попробую. Вообще я напитки не брала. Ой, что, газированный? Вообще я напитки не брала в фикс-прайсе никогда. Ну, кроме воды, наверное. Газированный. Блин, вот это детям. Вот это детям. Это ужас, мне кажется. Честно говоря. Я не знаю, может, надо трясти, не надо, может, там. Знаете, как соки растряхиваешь. Не, наверное, не надо. Сейчас как шампанское взорвется у меня тут на кровати. Ой, пить хочу. Пить хочу, а чай горячий. Ой, у меня же капля покапала. Так, очень вкусно, но мне кажется, вредно. И что еще у нас? Что еще? Вафли. Я очень люблю вафли, я знаю толк в вафлях. Я сейчас скажу вам, вкусно эти или нет. У меня до сих пор еще мята осталась на во рту. От этих. Блин, открывайтесь. Я не люблю, когда так долго открываются эти штуки, блин. Все.
Быстро, 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 быстро. Так, вафля хрустящая, свежая. Блин. Все перебило мне этот мятный пряник. Не пойму вкуса. С ароматом шоколада? Я вообще не чувствую шоколада. Короче, она вкусная, сладкая, хрустящая, как надо, но я не чувствую вкуса шоколада. Мне кажется, это мятный пряник все перебил, зараза. Еще я взяла вот такие штуки. Я их очень люблю тоже вместо этих, как она, воздушной кукурузы. Короче, воздушная кукуруза. Как она? Попкорн, короче. Я не люблю попкорн, потому что он застревает в зубах вечно, эти штуки там. Я люблю вот такие, воздушный рис предпочитаю лучше. Нормальный вкус. Свежая, классная, вкусная. Чувствую, сожру ее сегодня. Ну и все. А нет, не все. Вот последнее, о чем я хотела сказать. Я уже показывала там в покупках фикс прайс вот такие вот палочки. Я давайте вам открою вот одну и просто покажу, как оно выглядит. Я не буду сейчас это пить, потому что у меня нет молока. Как получилось так, что у меня нет молока? Я не понимаю. В общем, вот такая трубочка, она здесь закрыта, да, в ней какие-то вкусные шарики. Мы просто наливаем стакан молока, ставим ее туда и просто пьем как из трубочки. И я говорю вам, это молочный коктейль. У меня было видео, влог, это было вообще нереально. Мы одну трубочку, вторую, третью, и они вот есть клубничные, мне клубничная очень понравилась. Карамель, шоколад и просто шоколад. Я помню, что мне все понравилось. А, еще банан здесь. Банан, шоколад. В общем, классно. Вот такие трубочки. Слушай, мне кажется, что вкус перебил или мятный пряник, или вот эта вот газировка. Хотя нет, не газировка, точно мятный пряник. Поэтому, если вы будете его покупать и есть, ешьте его в конце. Фух. Все, надеюсь. А, блин, я еще чай покупала, но я его уже убрала. Черный чай с бергамотом Лисма. Вот. Не побегу я за ним уже сейчас, потому что надо сыном заниматься. Все, мои хорошие, я была рада вам поделиться всей этой едой. Вы так долго просили. Еда вообще, я сейчас смотрю. Слушайте, все, мне все понравилось, все очень вкусно. Только вот я с вафлями не поняла. С вафлями не поняла. Давайте еще раз. Нету вкуса шоколада. Вообще безвкусные. Просто сладкие и хрустящие. Вообще никакого вкуса не чувствую. Не берите их. Вафли со сливочным ароматом. А, это новые есть. А это шоколад. Нету шоколада. Если бы со сливочным ароматом, может быть, и хотя у сливочного аромата, у топленого молока есть характерный, приятный привкус. Здесь вообще никакого нет. Вообще непонятный какой-то привкус. Все, остальное мне все понравилось. И все, я с вами прощаюсь. Приятного аппетита. Бегите в Фикс Прайс, покупайте, потому что, блин, я купила недавно кое-что из вещей. Прихожу на следующий день, девчонки, нету этого. А вот эти чипсы, это вообще реально очень вкусно. С сыром вкуснее даже, чем со сметаной. Ну, мне... Вообще не, со сметаной вкусно. Интересно, только два вкуса? По-моему, я все взяла. Надо будет еще взять. Сколько вкусняк. Спасибо Фикс Прайс. Едой вы меня очень сильно порадовали. Надеюсь, скоро вы так будет с одеждой, с косметикой, всякими-всякими женскими приколюхами. И мужскими тоже, пацанячими. Все, мои дорогие, я целую вас, обнимаю. И увидимся в следующем видео.